Оказать поддержку всем, кто в этом нуждается, особенно сейчас, во время пандемии. Вот основная задача сотрудников Апатитского комплексного центра социального обслуживания населения. Сегодня прямой эфир с директором центра Светланой Владимировной Марченко. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Светлана Владимировна, главный вопрос, который мы сегодня обсудим, как вы работаете во время пандемии. Но прежде чем перейти к этому важному вопросу, давайте напомним нашим телезрителям, чем занимается ваш центр. Ну, хочу сразу сказать, что именно сегодня нашему центру исполняется 24 года. С днем рождения. Спасибо, как мы открылись. Наш центр оказывает все формы социального обслуживания, их всего 4. То есть это надомное обслуживание, полустационарное, стационарное и срочные социальные услуги. Мы также предоставляем. В 2017 году была проведена независимая оценка качества по учреждениям, кто предоставляет социальные услуги. И нашему учреждению была присвоена высшая оценка. Мы заняли второе место по области. Я считаю, это хороший результат для нашего учреждения. Ну и поскольку ваше учреждение занимается и пожилыми, и подростками, людьми, которые нуждаются в вашей помощи, у вас, наверное, около, сколько, больше 50 человек это в стационарном отделении на улице Лесной, да, проживают? Сосновой. Ага, простите, Сосновой. И на Зиновьева 13 у вас тоже есть подопечные? Да, у нас, значит, наш комплексный центр располагается в двух зданиях. Одно здание, как вы заметили, на Сосновой 23А. Там располагается стационарное отделение для престарелых и инвалидов. И у нас в здании по адресу Зиновьева 13А располагается надомное обслуживание, срочные социальные услуги. И мы оказываем помощь несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. И в это отделение входит также группа для детей-инвалидов. А есть у вас какие-то цифры, какое количество человек вы всего обслужили за вот этот период? Ну, за 24 года? У нас есть так называемое государственное задание, которое мы обязаны выполнять. Вот по государственному заданию, например, стационарное обслуживание предоставляет 55 гражданам. За год мы обслужили 65 человек. Дети у нас, значит, которые попали в трудную жизненную ситуацию, у нас рассчитано на 16 человек. Дети-инвалиды 8. За год мы обслужили детей, которые попали в трудную жизненную ситуацию, это 43 человека, а детей-инвалидов 19. Самое большое количество, конечно же, у нас занимает надомное обслуживание. Там у нас 725 человек мы обслужили. Ну, это в том числе и лица, которые освободившиеся и без определенного места жительства. То есть это в том числе. То есть 625 человек надомное обслуживание, остальные эти лица. И сегодня, когда мы все работаем в таких условиях ограничения, как ваши сотрудники справляются со своей работой? Но основная, конечно, нагрузка у нас легла на надомное обслуживание, потому что стационарное отделение, там постоянного проживания, дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, ну, они тоже постоянно работают. Основная нагрузка, как я уже сказала, легла на надомное обслуживание. Мы увеличили кратность посещения наших обслуживаемых граждан. Социальные работники по мере необходимости также выходят и в выходные дни. То есть мы без помощи наших подопечных не оказываем. То есть какая угодно помощь. И продукты принести, и оформить какие-то документы, врача вызвать. То есть это все делают. Вот как раз мы видим, да, работников вашего центра сегодня, как выглядят кабинеты. Также здесь средства для обработки рук, работают в масках. Некоторые даже в перчатках. Да. Такие требования. Пандемия, в общем-то, оказала тоже свое действие и на наше учреждение. Вы видите, там у нас и ограничения. То есть, когда посетители приходят, если их несколько, они должны соблюдать 1,5 метра. То есть все находятся в масках. Вот. Естественно, обрабатываем руки, дезинфицируем помещение, то есть обрабатываем и дверные ручки. Угу. Есть... А как у вас ведется прием лиц без определенного места жительства или ранее судимых? Как осуществляется? Ну,
значит, без определенного места жительства, они приходят, у нас, значит, домофон, и они заходят к нам в учреждение. Если, значит, у нас кто-то на приеме, то они ожидают своей очереди. Вот, и специалист их обслуживает. Осужденные, они, как правило, в основном заранее звонят по телефону специалистам, оговаривают время, и специалисты их принимают. Ну, очень важно сохранить было контакт, да, с теми людьми, с которыми вы работали и до пандемии, и с которыми продолжаете работать сейчас. Как вам удалось сохранить все эти связи и не призналивать работу? Ну, все ли осталось по-прежнему в этом смысле? Безусловно, людям как до пандемии была нужна наша помощь, так и во время пандемии. Во время пандемии даже больше, потому что некоторые люди там испытывали панику поначалу. Вот. То есть у нас еще и социальные наши работники, как психологи, работали. Успокаивали. Да, успокаивали. Вот. Помощь оказывали, потому что, опять-таки, пандемия выявила и тех граждан, которым действительно нужна помощь. Там соседи, кто-то там помогал друг другу, братское такое соседское товарищество, а в условиях пандемии 65+, нельзя выходить, поэтому люди вынуждены были обращаться к нам в центр, и уже социальные работники подхватывали, вот, кто-то оформлял ценообслуживание, кто-то говорил, что нет, давайте это мы временно, то есть у нас подходили волонтеры из работников центра, то есть после работы, выходные помогали этим людям, ну и вот социальные работники, как я говорю, своим гражданам чаще выходили, ну, оказывали помощь. Вы как волонтерский центр выступили в апреле этого года, да? Да, мы выступили в составе нашего городского волонтерского центра. То есть мы были, скажем так, рука об руку, плечо к плечу. Вот. У нас горячая линия, мы обслуживали граждан, тоже принимали звонки. У нас это было без выходных, мы работали. Вот, то есть горячий период был. И у вас поступило более 450 обращений за этот период с апреля по какой? Да. Ну, по сегодняшний день. Да? По сегодняшний Линия день. Также продолжает работать. Линия также продолжает работать. Вы также принимаете эти заявки? Да. Также мы принимаем заявки. Вот, то есть ничего не меняется. Кому надо, пожалуйста, обращайтесь. Наверняка ваши сотрудники проходят тестирование на ковид, да? Как часто вы это делаете? Какие у вас правила? Ну вот сейчас мы стали более, скажем так, жестко подходить к этому вопросу и еженедельно. Потому что вот проводим, пару человек новоявляется. А, то есть, ну, обязаны мы проходить, потому что мы оказываем помощь гражданам. Еженедельно? Да, еженедельно. Они же сидят дома. И как-то не хотелось бы, чтобы именно социальный работник был заносчиком ковида этому человеку. Поэтому еженедельно строго проходим, и уже наши подопечные знают, что человек здоров, который к нему приходит. Ну, сегодня мы побывали у вас в центре, мы видели, там продолжаются занятия, у вас достаточно много проходит праздников для детей, для взрослых и для детей. И я предлагаю посмотреть отрывок из сюжета, как раз-таки праздник в стационарном отделении. Давайте посмотрим. Сегодня в отделении несовершеннолетних Апатитского комплексного центра социального обслуживания населения живет 16 ребят от 3 до 18 лет, которые попали в трудную жизненную ситуацию. С ними работают различные специалисты, и результат налицо. Дети становятся спокойнее, уравновешеннее и даже начинают дружить. Даже появляются какие-то дружеские отношения, которые они сохраняют по выходу уже из нашего отделения. И, в общем-то, продолжается это общение за пределами нашего учреждения. Кроме того, есть ребята-воспитанники, которые уже выбыли, прошли курс реабилитации, выбыли свои кровные семьи, но тем не менее они периодически к нам приходят, делятся своими, так скажем, успехами, неудачами, ну, делятся какими-то своими моментами, которые важны для них. Да, этот сюжет мы снимали еще до пандемии. Угу. Вот как сейчас вы проводите занятия с детьми, они у вас тоже сейчас там находятся? Да, у нас дети проживают круглосуточно до решения жизненных проблем. Вот. То есть пандемия, безусловно, внесла свои коррективы. То есть мы также обрабатываем помещения, то есть как во всем учреждении. Наши специалисты, работающие с детьми, находятся в масках. Вот, вот мы видим как раз на экране. Да. Вот. Ну, здесь один ребенок, потому что остальные в школе, в саду.
Вот. У нас прием третьих лиц запрещен, вход в учреждение мы ограничиваем. Вот. Но тем не менее, досуговые мероприятия вы в полном объеме проводите, досуговые, да? В полном объеме. Мы оказываем в полном объеме эти услуги. Это у нас, значит, вы видите, работа группы с детьми-инвалидами. Ну, надо отметить, что с апреля по конец августа мы не могли оказывать услуги детям-инвалидам. Опять-таки, согласно постановлению, были закрыты. А вот уже с 1 сентября мы снова открылись и снова предоставляем уже им услуги. Тоже с учетом всех требований. А как быть насчет каких-то занятий, конкурсов? Они у вас проводятся в дистанционном формате, в онлайн-режиме? В какой форме? Все, да, у нас специалисты работают в дистанционной форме. Безусловно, хотят улучшить и досуг детей, и, безусловно, ищут новые формы работы. И одной из новых форм работы – это онлайн. Все мероприятия, там конкурсы какие-то. Вот. Это вот тоже очень интересно, необычно. И мы даже занимаем там какие-то места. Бывают призовые. Вы удачно, да, подстроились под эту ситуацию. Да. То есть с детьми там проводится конкурс рисунков. Там и в Мурманске у нас ДК там проводит какие-то конкурсы, у нас даже там они принимали участие по пожарной там безопасности, у них был конкурс рисунков, там прислали грамоты. То есть наши дети заняты полностью. То есть для них пандемия ничего не значит, в том плане, что с ними как работали, так и работают. Им оказывают 100% внимание. Мы видели на экране небольшой отрывок, там показывали сенсорную комнату. У вас совершенно недавно открылась-то чудесная комната для как раз детей с проблемами, да, в опорно-двигательном аппарате. Расскажите про эту комнату, как она появилась у вас. Ну, мы перед этим посмотрим небольшой отрывок из сюжета. Давайте. Простые движения. То, что для одних детей естественно, для других особых ребят – целая наука. Именно о такой волшебной комнате Апатитский комплексный центр мечтал давно. А реализовать проект помогло участие в конкурсе кировского филиала акционерного общества «Апатит. Проблемы города решаем вместе». Дети всегда хотят сказку. Дети всегда хотят игр. И, в общем-то, именно этого оборудования нашим специалистам и не хватало. Свет гаснет, и для ребенка начинается волшебство. Пузырьковая колонна, световой стол с песком, шатер для релаксации, а еще интерактивные панели и ортопедические коврики. Все это специальные сенсорные тренажеры. Они самые разнообразные, направлены на развитие органов чувств детей с ограниченными возможностями. Это зрительная стимуляция, тактильная чувствительность, слуховое развитие. Плюс стимуляция нервной системы и занятия с родителями для гармонизации отношений внутри семьи. В волшебной комнате помощь будут оказывать как психологи, так и специалисты по комплексной реабилитации. Ребенку помогут стабилизировать психоэмоциональное состояние, развить коммуникативные, физиологические навыки и раскрыть таланты. Замечательная, чудесная комната. Да. Расскажите, как вам удалось реализовать этот проект? Это такая комната ведь единственная у нас в городе Апатиты, насколько я знаю. Как вы ее получили? В 2019 году мы приняли участие в конкурсе, который проводит КФ АО «Апатит. Проблемы города решаем вместе». И они нам оказали финансовую поддержку в реализации, скажем так, нашей мечты по этой комнате. Благодаря им нам удалось закупить современное реабилитационное оборудование. И благодаря этому оборудованию дети стали больше раскрываться, более контактны. То есть мы стали оказывать более эффективно эту услугу нашим детям-инвалидам. То есть здесь они и потрогают разные предметы, и послушают, там и пение птиц, там и звуки природы, вот, и походят по разным коврикам с различными выпуклостями. То есть это и агрессию гасит, и улучшает настроение, какой-то эмоциональный фон у них нормализуется. То есть это очень вообще хорошая штука. Мы очень благодарны, еще раз благодарю КФ АО «Апатит» за
оказанную поддержку нам в этом мероприятии. Надеемся, что и дальше мы будем попадать в эту программу, потому что у нас, в общем-то, в планах еще немножко дополнить эту комнату, расширить оборудованием, чтобы и дальше у нас люди получали хорошие услуги. Ну и мы поговорили о детях. Сейчас с ними работа проводится так же, как и до пандемии. Вот точно так же вы с ними работаете, только с учетом посещения третьими лицами нашего заведения. Да. А как насчет пожилых людей, которые у вас проживают на улице Сосновой? Расскажите, пожалуйста, как с ними вы занимаетесь сейчас? Ну, стационарное отделение это тоже очень ответственный участок, ну хотя у нас все ответственные участки. Но сложность работы сейчас в том, что у нас люди там работают вахтовым методом с конца апреля. Мы по 14 дней, наши специалисты работают, заходим мы туда проверенные на ковид, то же самое специалисты сдают тесты, вот, и мы туда заходим. То есть там у нас и санитарки, и специалисты, специалист по реабилитации, специалист по адаптивной физкультуре, вот. Сложность, наверное, в том, что сейчас нельзя проводить, опять-таки, массовые мероприятия, что не зайти людям туда. И этим всем приходится заниматься нашим специалистам, которые с ними занимаются и пальчиковой гимнастикой, и зрительной, и делают с ними умственные зарядки, и на тренажерах работают. Читают книги, какие-то там театры делают, студии, песни. У нас есть студия «Радость творчества», где у нас люди... Как раз мы видим летние съемки. Да. Летом, когда хорошая погода, выходят на улицу, на улице проходит зарядка. А вот вы видите, как раз проходит... Это был праздник. Да. Угу. Вот. Это, ну, скажем так, продолжение реабилитационного занятия. Да, когда люди и думают, и что-то руками делают. Вот. И там песни они, по-моему, пели. Вот. И ведь инструктор по адаптивной физической культуре у вас стал дважды лауреатом всероссийского конкурса «Золотое перо» России, да? Он рассказывал о своей работе в 2018 и 2020 году. То есть это дорогого стоит. У нас, в общем-то, хорошие специалисты. Ну как вот, на ваш взгляд, вам удается поддерживать такой оптимистический настрой у ваших подопечных? Подопечные ни в чем не нуждаются. Трудности, как я ранее сказала, это только для персонала. Потому что, ну, это морально тяжело 14 дней находиться в помещении, никуда не выходить. А для них ничего не меняется. Может быть, даже и лучше, что человек постоянно там с ними. Она же не уйдет, там, например, там в 5-15 и пойдет. Она тут живет. Она с ним может и до 6, и до 7 поработать. Вот. Поэтому наши подопечные... А новых вы принимаете вот в этот период сейчас? Сейчас пока нет. Вот цифра у вас пока не меняется, да? Нет, пока нет, да. Но будет, вот, например, там свободное место, да, мы также будем принимать, но уже с тестом, чтобы человек, который поступает к нам извне, не занес нам эту инфекцию. Уважаемые зрители, мы сейчас прервемся на короткую рекламу и далее продолжим прямой эфир со Светланой Владимировной Марченко. Мы продолжаем. Светлана Владимировна, мы остановились с вами на ваших подопечных с улицы Сосновой. Ну, хотелось бы еще вернуться снова к детям, инвалидам, с которыми вы работаете. У вас в сентябре этого года был открыт проект, вы приняли участие в проекте «Открытые миру». Это фотопроект. Расскажите, пожалуйста, о том, как приняли участие, почему вы его выбрали, в чем значимость для вас? Ну, как вы правильно уже сказали, с сентября 2020 года на нашей базе в отделении социальной реабилитации несовершеннолетних группе дневного пребывания детей и инвалидов стартовал фотопроект «Открытые миру». Этот проект вошел в состав
регионального комплекса мер по развитию технологий альтернативных предоставлений услуг в стационарной форме социального обслуживания детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья. Длинное название. Да, длинное название, которое поддерживает фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Проект «Открытый миру», он позволит, прежде всего, направить усилия родителей на развитие личности ребенка с особенностями и позволит родителям и детям-инвалидам проявить творческую и созидательную активность, создать условия для профилактики эмоционального выгорания родителей и формирования умений и психологической защиты, а также самовосстановления. То есть такая большая работа. Да, это большая работа. С работником, родителем и ребенком. Да, специалист, родитель и ребенок. Начали цикл этих программ, значит, первое такое у нас было большое мероприятие, это когда мы собрали всех мамочек, пригласили визажиста, и с ними проводилась работа, ну, как релакс, вот, их красили, делали прически, наши мамочки были, прям расцвели на глазах, у них заблестели глаза, потому что с ними позанимались, то есть они отдохнувшие, веселые, вот, красивые. И вы делали фотографии, правильно? Да, да, у нас фотографии, у нас их можно посмотреть и на сайте нашего учреждения, и в группе ВКонтакте, очень замечательные фотографии. А для этого проекта вы купили специальную растяжку, баннер, да, где можно фотографировать? Да, 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 это вот нам, значит, оказал финансовую поддержку фонд поддержки детей. Вот, значит, следующий этап у нас был, опять-таки, фотосессия уже не с мамами, а именно с бабушкой, с дедушкой, там, с тетями, с дядями, когда, значит, бабушка, дедушка и ребенок. Вообще замечательные фотографии, то есть, ну, молодцы, то есть полное раскрытие ребенка, веселые, счастливые глаза родственников, ну, вообще красивые люди. Красивые, добрые люди. Ну, помимо того, что вы внутри своего заведения работаете с детьми и с пожилыми людьми, вы же еще и на улицу выходите. Вы стали устраивать дни двора, праздники двора, и собираете людей из соседних домов. Как эта работа проходит? Трудно ли это? Охотно ли идут люди на такие встречи? Угу. И, конечно, зачем вам это нужно? Ну, мы первое мероприятие провели даже не как день двора, а как городское мероприятие. Мы проводили в рамках программы «Весна добра, весна здоровья», которую провели около ДК в апреле месяце. Холодно было, ужасно, ветер был очень холодный, но пришло людей, наверное, 150 человек. Всем было весело, да, это хорошая цифра. Мы провели с ними веселую зарядку, с людьми поиграли, люди побегали, там и молодежь была, и наши, конечно, подопечные, и со стационарного отделения, и с надомного обслуживания, и городские люди подошли. Вот. Было очень вообще так здорово. Нам стали поступать пожелания, что, ну, проводите почаще такие мероприятия. А к вам кто-то присоединялся, вам помогали, или вы своими силами справляетесь? Мы организовывали сами, но привлекали, конечно же, общественные организации, наших так называемых серебряных волонтеров. Это ветераны и пенсионеры АО «Апатит», потом пенсионеры города «Апатиты», «Дети войны», опять-таки, общественные организации. Вот. Они с удовольствием принимают участие. И вот спасибо, пример, да? Да-да-да, спасибо им большое. Вот. Это мы проводили весной. Это тоже была веселая зарядка. Проводы лета. Мы проводили. Это нет, уже... Нет, это, по-моему, веселая зарядка у нас все-таки. Это были проводы лета, я помню. Проводы лета, да? Да, репортаж как вот. Ну, с элементами, да, веселой зарядки. Видите, и хороводы водим, и поем и танцуем. В общем, вы даете таким людям почувствовать себя физически активными, получить удовлетворение психологическое. Ну, это некоторые радость, друзья, конечно. Некоторые, наверное, друзьями еще там обзаводятся. Да, но... А вы еще поздравляли там юбиляра. Да, вот этим, да, 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 да. У нас в стационарном отделении была юбиляр, 90 лет, мы ее поздравляли. Зачем это надо? Ну, люди должны же объединяться как-то. Вот тем более молодым это проще. Кому-то сходить там в гости, пообщаться. Мы на работе, работаем, да, опять-таки общение. А люди же, пенсионеры, сидят дома, что смотрят?
смотрят телевизор, там что-то, какую-то новость, то ли дослышали, то ли не дослышали, сам себя спросил, сам себе ответил. Вот, безусловно, депрессия, негатив. А тут, в общем-то, вышли, развеялись, потанцевали, сбросили весь этот негатив, и все довольны. Даже, в принципе, люди, которые вот с близлежащих домов, они, кто не вышел, ну, не смог, мало ли, там, по каким-то причинам, они открывали окна, то есть им не просто интересно посмотреть, а даже послушать, что у нас находится и что происходит. Вот, и уже, в общем-то, потом присоединяются к нам. Это здорово. Просто поднять людям настроение, это тоже важно. Еще одна из форм работы вашего центра – это участие в различных социальных акциях. Например, «Собери ребенка в школу». Так, вы сколько лет уже подряд участвуете и какие у вас успехи? Знаете, я даже не могу припомнить, когда мы начали эту акцию. Ежегодно, значит, сотрудники отделения реабилитации устраивают эту акцию. И всегда отзывается очень большое количество людей, организаций. В этом году нам, опять-таки, очень большую помощь оказала АО «Апатит», потом пожарная часть номер 8, магазин «Детский мир» и просто граждане, которые приносили там портфели, пеналы, тетради, фломастеры, ну, все, что нужно ребенку. То есть вы объявляете о начале такой акции? Да, да, мы даем заранее, причем оговариваем, и заканчивается она не 1 сентября, у нас она там длилась, по-моему, до конца сентября, вот, и за этот период мы, в принципе, так сказать, собрали 35, по-моему, детей или 37, 35 детей, вот, но это тоже большая цифра, то есть уже помощь. Также вы принимаете участие в экологических акциях, например, по сбору макулатуры, да? Да. Почему вы да. приняли решение еще и вот на эту сторону добра встать? Это тоже молодцы мои девчонки с отделения социальной реабилитации. Они там где-то это прочли, где-то услышали. Дали нам такой звоночек. Мы все, вся и дома потрясли, да и на работе всю лишнюю. Опять-таки, это хороший повод избавиться от лишней бумаги. Вот. Они привлекли своих знакомых тоже в детстве. В детском саду, там школы нам помогали, еще там много организаций. Ну, в результате мы собрали тонну 850 килограмм, и нам за это, в общем-то, присвоили звание эко-героя. Звание эко-героя. Да, эко-героя. А кто присвоил? Это вот фирма, которая это организовывала, у нас есть грамота, мы тоже разместили у себя на сайте. Ну и также вы проводите сбор. Это же не сбор... одна акция у нас. Одежды? Да. Да, мы проводим акцию для лиц без определенного места жительства, потому что у людей бывает и куртки, вроде как и выкинуть жалко, а она еще хорошая, да, а лежит никому не нужно. Мы, конечно же, принимаем и обувь, потому что этим людям это нужно и важно. Они... А как нам узнать, что ведется такой сбор, и можно принести вещи, и куда их приносить, например? А как мы объявляем тоже, мы опубликовываем обычно объявление у себя на страничке в группе, сотрудники тоже там постят. Так что, в принципе, люди знают. Мы точно так же собирали, ну, тоже не раз уже собирали такие продуктовые наборы им. Ну, к Новому году, в основном зимой. Вот. Потом акции мы проводим еще по сбору батареек. Это у нас она какая-то не моментальная, она у нас ежегодная. Вот у нас стоит контейнер для сбора батареек. Люди приходят, эти батарейки отдают. Причем приходят из города, нам их отдают. И уже специалист у нас, который держит связь с этим движением, она знает, когда приезжает этот автобус, и она сдает эти батарейки. Светлана Владимировна, сейчас в центре проводится новая акция, реализуется новый проект, называется «Молодо душой». Это для продления долголетия людям создан такой проект. Как он реализуется, где он реализуется и кто еще, кого вы еще привлекли к этому проекту? Ну, это активное долголетие. Это вышли на нас, в общем-то, экологическое движение «Уборочка 51». Вот они нам предложили свою помощь, они нам показали мастер-класс по скандинавской ходьбе. Мы, конечно, им за это очень благодарны. То есть это было не раз, не одно мероприятие, это было несколько мероприятий. Но
наши подопечные, вот надомное обслуживание, именно вот кто на надомном обслуживании, вот социальными работниками приходили, участвовали в этой программе. Вот. И мы, в общем-то, рассчитываем, что и в дальнейшем мы будем продолжать это взаимодействие. Ну, вот сейчас в условиях пандемии нам это немножко не удается сделать, но как только закончится, мы снова этот проект продолжим. То есть туда что входит? Занятия? Скандинавская ходьба. Скандинавская ходьба только, да? Да, или скандинавская какие-то? Ходьба. Ну и те же вот зарядки. Угу. Вот. А что, вот ваши подопечные и Сосновой тоже занимаются этой ходьбой? Да. Вместе с тренером? Да. А тренер ваш? Нет, тренер это вот Суборочки. Суборочки, угу. Да. То есть мы сами очень активно приняли участие, нам тоже очень понравилось. Так что мы очень надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Ну, дай бог, чтобы снова вы возобновили занятия, заниматься. А что у вас еще нового? К чему еще готовитесь в центре? Какие-то есть у вас планы? Может быть, что-то новое откроете скоро в себя? Ну, тренажерный зал, кстати. Да, мы сейчас отремонтировали тренажерный зал на Зиновьева 13А. Закупили там новое оборудование. Вот сейчас у нас процесс сборки идет оборудования. Тоже, опять-таки, современные материалы применялись для ремонта. Мы еще проводим, скажем так, ремонты по оказанию доступной среды, вот, чтобы людям была наша услуга более доступна. Вот. Ну и чисто комфортные условия, чтобы у людей были. Мы соблюдаем и на Сосновой, даже вот в закрытом режиме мы все равно стараемся сделать что-то хорошее для наших подопечных. Наверняка вы это время провели еще с пользой для развития сотрудников, да, для образования, участвовали в каких-то, может быть, профессиональных конкурсах, что-то такое у вас проходило. Немного расскажите про своих сотрудников, как вы с ними работаете. Ой, ну про сотрудников это говорить очень приятно, потому что мне очень повезло с сотрудниками. Они у меня очень замечательные. Вот. Они открыты, они работоспособны, они всегда готовы к чему-то новому. Они, в общем-то, очень инициативны, ну, как вы вот заметили, да, все эти акции, это от них исходит. То есть они где-то что-то слышат, они в первую очередь подхватывают и продолжают всю эту идею. Вот. Ну и мы, в общем-то, стараемся и в профмастерстве, скажем так, быть не последними, участвуем в конкурсах профмастерства. Вот если для себя тут шпаргалочку, значит, вы расскажите, на кто вас составила. Вот, значит, мы в 2017 году у нас социальный работник Кириллова Эля, она заняла второе место как лучший социальный работник Мурманской области. В 2018 году у нас было два первых места. Это стационарное отделение как раз было. Это санитарка-мойщица Зубкова Наташа и специалист по комплексной реабилитации Сайкина Наташа, первое место. Вот я хочу, я потом продолжу, но я хочу на этом конкурсе именно свое внимание остановить. Значит, когда мы выдвигали такую номинацию, как санитарка-мойщица, вроде бы вот, скажешь, да, что там может на конкурс выставить санитарка-мойщица? Ну, звучит интересно. Да, вы знаете, оказывается, может. А что? Она показала именно свою работу и с творческим подходом, как она не просто моет там полы, она именно помогает и проживающим, они там, значит, и там вместе цветочки поливают, там птичек кормят, там она где-то там помогает, там вяжет человека, она там что-то подсказала, где-то что-то там, они как почтальоны, у нас такой есть почтовый голубь программы, когда человек новый приходит в наше учреждение, он же никого не знает, ни сотрудников, ни подопечных. Ему, естественно, одиноко, наверное, страшно. Вот. И тогда наши и специалисты, и подопечные начинают там рисовать какие-то открыточки, какие-то приятные слова. Ну и вот санитарки, они как почтовые голуби приносят туда это послание. Вот. Человек уже немножко раскрывается, что-то в ответ, значит, пишет. Опять-таки вот санитарки помогают им в этом. И так уже происходит тесное взаимодействие, и когда этот
скажем так, реабилитационный период карантинный проходит, они уже более спокойно вливаются в нашу среду и уже живут и, скажем так, участвуют во всех этих мероприятиях. Вот. Очень было интересно смотреть на них прям. Вот. И, в общем-то, это хорошо, что оценили именно в министерстве. Ну вот я продолжу. В 2019 году у нас было одно первое место, то есть, именно как социальный работник у нас, угу. Оля Сапогова заняла первое место. Очень вообще была тоже замечательно представлена работа. Молодец. Вот. И специалист по социальной работе Середа Анастасия. Она показала именно срочное вот социальное обслуживание. И, значит, ей дали второе место. В этом году у нас конкурс также проходил. Мы предоставляли материалы и в режиме онлайн это все проходило. Вот, потому что если бы не онлайн, мы, наверное, заняли бы, конечно, повыше места. Вот. Ну, где-то что-то, видимо, не доработали. И у нас было 2 третьих места. Это... Была специальная премия «За работу с детьми». Это у нас заняла Шуркунова Татьяна, 3 место. И инструктор по адаптивной физкультуре Бехтер Дмитрий тоже занял 3 место. Да, можно сказать, что действительно ваши работники знают свою работу, знают, что делать. Их труд высоко оценивается, да, да, да. В области. Да, они... И есть и всероссийские, наверное, конкурсы, да, у вас, в которых вы участвуете. Да, мы участвуем еще... У нас еще, я еще вот забыла отметить, что наше учреждение 2 года подряд мы были лауреаты и дипломаты на федеральном уровне в премии 100 лучших товаров и услуг. То есть наше учреждение в 2018 году мы заняли... Значит, мы представляли, не заняли, а представляли социальную услугу. Вот. А в прошлом году мы представляли социально-педагогическую услугу, которую предоставляем в стационарном отделении. Mm-hmm. Вот. Нашу работу тоже отметили. Это хорошо. Давайте мы еще раз в конце нашего эфира, он подходит к концу, напомним, кто может к вам обращаться и по каким номерам телефона, куда нужно идти и звонить. Ну, к нам могут обращаться люди, которым нужна помощь в социальном обслуживании населения. Значит, вы видите перед собой 765-01, это срочная социальная помощь, и это телефон также социального такси. 761-99, это если кто-то хочет поставить своего родственника или знакомого, или сам хочет стать на надомное обслуживание, милости просим. 220-22, это телефон как раз-таки вот группы реабилитации несовершеннолетних. 768-34, это стационарное отделение. Ну и можете ко мне обращаться, 763-58. Напрямую можно звонить, да, директору? Да, да, звоните, я вам расскажу, куда позвонить и так далее. Направлю к нужному специалисту. Кстати, сколько их у вас специалистов всего работает? По штатному расписанию? Ну, да. Вообще штатная численность у нас, ну, около 120 человек. Ну, с какими-то из них могут познакомиться люди, которые к вам приходят. Конечно. Да, Светлана Владимировна, большое спасибо вам за эту беседу. Я благодарю телезрителей за то, что вы были с нами. Всего доброго. Спасибо, и что до встречи пригласили. В прямом эфире. Всего доброго. Спасибо за внимание.